Казахтелеком планирует предложить стандарты внедрения технологии 5G и начать тестовое использование в 2020 году. Об этом заявили представители компании в ходе научно-практической конференции в Алматы. Телеком-оператор начал тестирование оборудования, предназначенного для внедрения нового стандарта мобильной связи, и ведет переговоры с различными производителями. Какие еще темы обсуждали ведущие эксперты в области телекоммуникации и как изменится подход к предоставлению связи в ближайшем будущем, расскажет Тимур Ермашев. Казахтелеком готов принять активное участие во внедрении стандарта мобильной связи 5G. В ходе конференции представители крупнейшего телеком-оператора сообщили, что в настоящее время ведутся переговоры с различными поставщиками оборудования. Внедрение технологии 5G может стать самым дорогостоящим проектом отечественной телекоммуникации. Однако реализация этого проекта необходима Казахстану, чтобы оставаться частью цифрового мира. Мы думаем, что 5G нам даст больше возможностей с точки зрения интернета вещей, то есть вовлечение бизнес-заказчиков в телеком-сферу. И не просто там потребление интернета, но чтобы технологии цифровые могли через вот эти вот сети интернета вещей действительно влиять на производство, транспорт, логистику, ну и вообще любой бизнес, да, который там есть в Казахстане и за его пределами. Заинтересованность крупнейшей телекоммуникационной компании Казахстана столь ресурсоемкими технологиями объясняется достаточно просто. С развитием интернета появилось очень много сервисов, которые заменили собой традиционные формы связи. От возможности записывать аудиосообщения до совершения видеозвонков. В условиях такой конкуренции телеком-операторы вынуждены искать новые пути развития. Одна из них – предоставление сервисных услуг бизнесу. Нам для того, чтобы сделать цифровой скачок, чтобы работать как полноценный оператор цифровой связи, цифровых услуг, необходимо менять бизнес-модель, необходимо менять принципы своей работы, как на уровне взаимоотношений с клиентом. То есть мы говорим про унифицированные коммуникации. Мы говорим про opti-channel. Понимая это, Казахтелеком уже сейчас начал перестраивать внутренние процессы. Компания постепенно переходит от аппаратного к виртуальному, то есть программному управлению процессами. Кроме того, компания изменила корпоративную культуру, которая предусматривает отказ от традиционной системы взаимодействия сотрудников, начальник-подчиненный. Предоставление большей автономности специалистам позволит улучшить качество работы всей системы, уверены в Казахтелекоме. Тимур Ермашев, Нурлан Досмагамбетов. Картина дня.